2023 год. В России до сих пор не работает ТикТок. Рекламодатели ушли, деньги начали заканчиваться. И я, долго думая, пришел к верному решению – пойти на нормальную работу. Это история о том, как я стал кассиром. Всем привет, ребята, и это мой первый длинный ролик на YouTube. Я хотел вам сказать, что свою первую популярность я получил в ТикТоке, выполняя ваши задания. И в большинстве моих роликов принимали участие кассиры. И я подумал, было бы круто побывать на их месте. Итак, для этого нам нужно... устроиться на работу. Так. Hello, darkness, my old friend. Открываем вакансии. Уборщик? Не. О, а это мне подходит. Здравствуйте, хотел бы устроиться кассиром в ваш магазин. Здравствуйте, это что, Прокопьев? Да, это я. А что, все блогеры места на заводе заняли? Теперь в кассиры решили идти? Ай, блин, теперь в кассиры без связи не берут. Но есть-то у меня один вариантик. Ну все, нас уже ждут, одеваемся. Ребята, представьте, прямо сейчас я стану кассиром. Как бы 100% я заслужил подписки и лайка вашего. Так что прямо сейчас переходим, пока мы ждем лифт. Переходим. Поставили. Оп-оп. Кадр с улицы. На улице нереально жаркая погода, а в тачке еще жарче. Пошла жара. Ставь лайк, если садился когда-нибудь в тачку летом, а там не тачка, а просто баня. Едем на работу. Итак, мы уже на местности. На самом деле очень переживаю, волнуюсь. Первый рабочий день все-таки. Еле как устроился. А еще нам там должны провести инструктаж. Ну что, let's go. Коля, а кому ты позвонил? Ну есть-то у меня одна тикток-кассирша. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я ваш сегодняшний наставник. Сегодня мы с вами научимся печь блины, обслуживать покупателей на кассе и выкладывать товар на полки. Прошу. Let's go. Мы сегодня даже будем печь блины. Сейчас мы с вами получим форму, потому что находиться без формы нельзя. И бейдж, чтобы покупатели знали, кто вы такой. У меня будет своя форма. Нам пришел Николай. Николай. Здравствуйте. Держи, твоя жилетка. Как мне? А ничего, как родная, цвет хороший. Сейчас мне вынесут еще шапочку. Торжественное вручение. Таран-таран, тара-дан. Так, ну сейчас нас ждет небольшое обучение. И после этого мы прям будем стоять за кассой. Let's go! Будем надеяться, лучше кассир месяца. Я вам обещаю. Ну вообще, глянул на место кассира. Навык, да. И сразу хлынула ностальгия, как я работал за кассой. Сейчас оставлю фрагментики. Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness. Пишу, то неправильно. Покажи мне, что правильно. Ребята, прикиньте, тут есть радио. Ну как бы опыт имеется. Заказ у меня пока не пустили, потому что до кассира мне еще расти и расти. Поэтому мне дали задание продать как можно больше шоколадок. Привет, коллега. Ну конечно, заказ у них пустили, руки не жмет. Но я скоро тоже заказ сяду. Он в меня не верит. У нас сегодня проходит... офигительная акция. 29.99 вместо 30.99.99. Круто. Не хотите одну? Давайте. Годится. Какой цвет вам нравится? Розовый, значит розовый. Плюс один копилочка. Пацаны, офигенная акция. Вместо 39 рублей 29. Я в шоке. Возьмите одну, не пожалеете. От души просто за акцию. Все, вот офигеть. Это. Я купить только. Каждый. Надо купить. Ладно, купим. Плюс две еще. Колбаса дома всегда пригодится. Николай Прокопьев. Топ по продажам. Устал на самом деле. Жду не дождусь, когда меня повысят, и я начну печь блины. Ну тогда мы с вами, ребятки, заживем. Не, ну вообще,
Блины печь сейчас мамой в детстве пек. Я считаю, что я профессионал в этой теме. Коля! О, на повышение зовут. Итак, заказ у меня пока что не пускают. Как бы кассир — это высшее звание. Сейчас мы будем печь блины, но скоро я стану кассиром. Я вам обещаю. Как я понял, ты вот тут профессионал, да? Я тут месяц работаю. Нет, скажи теперь, да, профессионал. Да, профессионал, конечно. Идем к плите. Молодец. Помощь, помощь, помощь. Почти сам. Это мой. Блины сейчас будут самые вкусные. Покупайте. Не, ну в детстве я с мамой тоже готовил. Очень быстро жарит плита. Будешь? Нет. Я сам готовил. Ну, не пережарил. У меня в крови заложено, что я пекарь просто. У нас сегодня очень вкусные блины. Вижу. Горячие, свежие. Сок просто, советую. А блинчики в дар нам дают? Не в дар, но стоит как дар. Вот так вам скажу. Химия, химия, 100% химия. Химия, да, вот блины, блины. Натуральный продукт, сам делал. Блин, маленько спугнул, походу. Короче, я получил повышение. Сейчас мы идем за кассу. Не, ну блины шикарно, конечно, испек. Грех меня было не повысить. Что это? Тут можно написать целый трек. Я теперь за кассой. Можешь меня поздравить с повышением? Я только что блины пек. Первый блин комом, да? Ну да. Вот такой вот у нас лазер есть. Здравствуйте. Так, привет. Извиняюсь, а вам точно есть 18? Красиво выглядите. Ну, очень приятно. Да, есть. Так, я убедился. Чуть все залагало. Галя, ключ! Здравствуйте. Маска закончилась. А вот эти вот именно. А я их наругаю, привезут новые. Специально для вас. Хорошего вам дня. Спасибо. Вам 18 точно есть? Какие фрукты у вас. Хорошего дня. Пакет. Заработался сегодня, извиняюсь. Фу. Здравствуйте. Диджей Коля здесь. Йоу. Так, смотрите, у меня своя касса, пока никто не видит. Вижу. В детстве я всегда думал, что вот эта штука едет, кто-то нажимает на педаль. И постоянно там кричал, там, остановите, у меня там вещи. Какой итог-то? Смотрите, тут есть датчик, вот он. И когда она подъезжает, бам, тормозит. Любая вещь, там, продукты, видите, хоп, останавливается. Вот такой вот вам секретик. Помидоры. Хорошо. Свободная касса. Вы знаете, есть свободная касса. Это я ее освободил. А вам точно есть 18? Точно? Как раз на праздник. Да. С 18-летием вас? Это неохота от вас отходить. Да? Ага. А я бы от вас никогда не уходил. Ну да. Движуха. Какая же она милфа. Опа, денежки. О, вы что, все видели? Так, мой рабочий день уже закончен. О, коллега, давай домой. Угу. На самом деле, правда, очень устал. Работа не из легких, могу сказать, 100%. Пойду сдам форму. Так, секретная комната, уходи. Здесь нельзя посторонним. Эх, устал после тяжелого рабочего дня. А ты не забудь поставить лайк и подписаться. А также напиши в комментариях, как тебе мой первый ролик. Это очень поможет продвижению канала. Ну а с меня много крутого и эксклюзивного контента. Миссия поработать кассиром выполнена успешно! Что?